Всем шалом, доброго времени суток. Вот такой сегодня занос в магазин. Очень интересный, любопытный. Начнем потихонечку, быстренько обзор, но потом, когда уже восстановлю, почищу, в группе выставлю на продажу. Ну и сделаю видео, в каком состоянии было и в каком стало. Что мы тут имеем? Значит, столовые приборы с ручками Shell. Перламутр, да? Ракушка. Какие-то клеймочки, пробы. Интересно, в общем. Так, лопаточка. Вот такая лопаточка с серебряной вставочкой. Все это почистим, приведем в порядок. Какие-то непонятные приборы. Чем такая длинная ручка и такой крючок? Что-то откуда-то выковыривать. Это мы уже знаем, что научены. Кто не знает, это не для тех, кто на бронепоезде. Брать шпротину. Или там кильку. Ну надо ж. Ну или кто на диете, такой приблудой можно суп черпать. Вот сколько начерпаешь твою. Еще одна лопаточка. И вот такая какая-то. Ну, может быть, с яблока серединку вынимать, как-то вырезать. Тоже вставочка, Shell. Ну, здоровский наборчик. Так, дальше. Тут все красиво и нарядно. Вот с ручками непонятно. То ли бакелит, то ли пластик. В общем, попробую разобраться. Тут это под рыбу нож и вилка. На вилке даже рыба. Страшно рыб нарисован. Все это надо очистить, внимательно изучить. Понять, что это. Дальше у нас нож. Нож не наводится. Шабать не нож, хау резать. Наводись. Не хочет. Ну и ладно. Не, надо приблизить. Извиняюсь, забыл стойку сегодня под видео. Думал, что что-то будет. Sheffield, England. Stainless steel. Так, ручка у нас серебряная. Shabbat Kodesh. Хороший ножичек. Потом у нас ножичек с вот такой ручкой. Тоже надо выяснить, серебро, не серебро. Потому что пробники показали серебро. Ну, не знаю. Есть какие-то клейма. Есть красивый рисунок.
еще один ножичек. Ушло посеребрение, поэтому придется убрать его вообще. Ручка болтается. Ну, что-то такое сделаю интересное с ним. Что-то придумаю. Ну, такая штучка шикарная. Увы, не серебро. Посеребрение. Silver plate. Вот. Чтобы было понятно, это ложка для обуви. Потрясающая штука. Это сразу остается дома. Тут даже к гадалке не ходи. И теперь надо искать такую серебряную, чтобы эту продать. Первый раз мне такая попалась. В принципе, небольшая, да? Но я так кроссовок свой раз. И четенько. Окей. И последний у нас вариант. Вот такой набор вилки-ножи. Ручки, к сожалению, все потрескались. К огромному сожалению. Тем не менее, они имеют вес больше, чем целые ручки пластиковые. Это кость. Одну вилку пришлось ухайдокать. Проверял на горение. Запах кости. Жуткий запах. Вот. Ну, потом как-нибудь буду показывать. Ну, вот так вот, в принципе, видно структура. Да, то есть это кость. Очень интересная штука. Но пока еще не знаю, что и как. То есть пока буду все вычищать, смотреть. Сами приборы тоже интересные, они идут с рисунком. Клейма. То есть надо смотреть, что оно такое. Тоже стоят клейма, рисунок, покорёбанное все, ну ничего, главное понять, что это, а там разберемся. Ну, рисунок вроде везде одинаковый. Вот. Вот такой небольшой заходец. Ну а дальше чистка, разборка, что к чему. Всем удачи, шалом.